Прабуди из Кыргызстан, Духбожи, Стабою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой молитве с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Аминь. Сегодня суббота, 16 сентября, и мы сейчас начнем сегодняшний день, хорошо, с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Он нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Богу сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, мой Господь, и мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за дыхание жизни. Благодарим, мой Бог, Тебя за то, что мы смогли встать. Спасибо Тебе. Мой Господь, мы нуждаемся в Твоей помощи. Помоги, мой Бог, нам в этот день. Мы просим, направь нас. Наши планы на сегодняшний день мы отдаем Тебе. Отдаем, мой Господь, Тебе, мой Бог, всю нашу жизнь. Отдаем, мой Господь, Тебе все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, все, что нам нужно сделать. Пусть, мой Бог, исполнится в нашей жизни воля Твоя. Мы все отдаем в Твои святые руки. Мой Господь, поставь Твоих ангелов, мы просим, вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей, и защити, мой Бог, нас. Защити от аварии, катастрофы, проклятия, от всего негативного. Мой Господь, мы отдаем в Твои святые руки, мой Бог, нашу жизнь, нашу семью, и по вере провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным и благословенным для славы Твоей. Мы соединяем нашу веру, и также мы молимся за нашу страну. Благослови, мой Бог, Кыргызстан, исцели нашу землю. Мы молимся за всех жителей нашей страны. Да будет спасение, мой Бог, в нашей стране. Пусть у людей появится желание прийти в церковь и искать Тебя. Мы благословляем, мой Бог, нашу страну во имя Господа Иисуса. Мы также молимся и за другие страны. Сейчас с нами молятся люди из разных точек этого мира. Мой Господь, во имя Иисуса Христа, защити Твой народ. Благослови этого человека, его семью, там, где он находится сейчас. Господь, мы молимся за мир в Израиле. И мы молимся за мир между Россией и Украиной. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, помолитесь со мною, Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слава нашему Господу. Аминь. Я верю в эту молитву. Вы верите, дорогие друзья? Все у нас будет хорошо. Бог уже благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса Христа. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день о том, что написано, направление о том, что написано в Слове Божьем. Я прочитаю второе послание Коринфянам, 5 главу, 7 стих. Вот что написано в Библии. Ибо мы ходим верою, а не видением. Дорогие друзья, обманывает себя тот, кто думает, что возможно ходить верою и тоже жить или смотреть физическими глазами. Либо мы ходим верою, либо мы смотрим физическими глазами. Невозможно делать и то, и другое одновременно. Вера требует от нас, чтобы мы не обращали внимания на то, что мы видим. Но мы верим, мы имели уверенность в невидимом, чтобы мы доверялись Господу и смотрели глазами веры. Дорогие друзья, хотите, чтобы сегодняшний день был успешным для вас? Тогда там на работе, кто поедет в город по делам, кто останется дома, смотрите, дорогие друзья, вам нужно ходить верою. Не обращайте внимания на то, что вы видите, но верите, что даже тогда, когда вам кажется, что выхода нету, что решения нету, Бог с вами. И вера делает вас сильнее любой проблемы. Сделайте это, и вы увидите, как сегодняшний день будет успешным для вас. Аминь? Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра. По бишкекскому времени вы можете присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь нам, с какого города, с какой страны. И ваш комментарий добавьте вот эту фразу. Я буду ходить верою. И я знаю, что мой Господь со мною даже в трудные моменты. Он меня благословляет. Аминь? Я верю в это. И если это слово помогло вам, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям, и пусть Бог вас благословит и всю вашу семью. Идем вперед с этой верой. Дорогие друзья, хорошего вам дня. Да благословит вас Бог. Аминь. Скоро.